Выполняй простые задания на своем мобильном или планшете и получай золотые орлы в игре War Thunder. По моему промокоду на экране вы получите свои первые 10 золотых орлов. Ссылка в описании. Так, отлично. Тут заряженная готова к бою. Приветствую всех, дорогие друзья. Рад вас всех видеть. С вами снова Крюга ТВ. Предлагаю с вами покататься на... Поехали, товарищи. Посмотрите, какая тут прям воронка для приема снарядов. Ну что? О, кто таков? И здесь. Что это? А это можно... Какого дьявола? What the fuck? Что это? Это пиздец. Что произошло сейчас? Пойдем бахнем. Во сколько тарков? Я не могу сказать точные даты, точные там цифры времени. Я хочу сказать только то, что вот это похоже на писюн. Смешно. Хочу сказать только то, что... Вот эта фигня! Вот он! Хватай его! Танком его, танком! Танком его, ярим, танком! Да. Да, пи***а. Не, нет, 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 нет. Испугались? Обосрался. Ах ты, какашка. Чтобы я ему впиндюрил. Херач их, пацаны! О-хо! Вот это фраг. За это можно и лайк поставить. Это прям сильно, потому что... Сильно, сильно. Тогда будет вообще хорошее использование людских ресурсов. Ай-яй-яй, он из пики не выходит. Я забыл. Теперь вспомнил. Но играть я на нем больше не хочу. А ты хорош. Чтобы я ему впиндюрил. Так. Я каменщик, качаю Т-34 три дня. Без према. Да. Да что ты, черт побери, такое несешь? Даймлер, видимо, с... А вообще, за... как он там оказался? Маджик. Понимаешь... Я всегда хотел сказать... Не мешаем, блядь! Понимаешь? 152 милли... Угу. Ёпсель! Дай жить! А, это как раз-таки вот эта хрень колесная. Нет, Брумбур ВРБ говно. Я записываю! Надо аккуратней на нем. А я прям на точку влетел первее всех и... Обосрался. Она еще и убила. Нет, кар-армата, уйди от меня. М13 упал. А, ну... Здорово! Ну за что? Ну за что? Козел! У меня тупо... А, это пуля... Та степень выражения вашего одобрения, которую вы выражаете материально, в том числе. Пума, ты ж... сношаю пуму. Короткий и толстый сношает пуму в прямом эфире без регистрации и смс. Она аж взорвалась от счастья. Оу май. Простите. Нет. Почувствовал себя на секунду гуфовским. БТшечка, смотрите, какая красивая. Какая она зеленая. И чтобы елочка горела... Надо ее немножечко зажечь. Раз, два, три, елочка гори, блядь, и все. А я смогу? Да. Да, пизда ты заебал. А я смогу. Елочка горит. Раз, два, три, ай. А еще больше боюсь справа огрести. F1 со своими кумулятивами. Меня артой убило? Да. Офигеть. Еще из такой дистанции. Что? В смысле экипаж выведен из строя? Чё это такое было? Чё это за желтый каток? Вообще похуё. Какого чёрта? Бред. Вот это вот магия тундры, действительно. Чтобы я ему впиндюрил. Он справа пой... Бляха, муха. Типа не заметь меня. Сделай вид, что я не существую. Ну ладно. Спасибо. Когда отец из семьи уходил, он также говорил, сделай вид, что меня нет. Какие грустные очень приколы. Это, так сказать, пошел за солью, а возвращаться, говорят, плохая примета. Чтобы я ему впиндюрил. Это что, это я штурмить научился? Ну, это лайк сразу надо ставить. Да, я так и понял. Какой точный сброс бомб-то, а? А? Привет, сутулая псина. Мне тебя ни капельки не жалко.
Ведь на самом деле ты замаскированный Абема, который сыт у меня в лифте. А, погодите, у меня нет лифта. Неважно. Что это? Что это за трансвестит-конспиролог? Я не понимаю. Блин. Не смог убрать. Это Шерман, у него два внизу. Чё? Это звучит так, как будто это очень свое. Два внизу, да. Союз не... А, не, погоди. Не союз это. Это не союз, ни капельки. Это просто... Россия великая наша держава. Россия такая-то наша страна. То, что великая мощь, советская слава. Ай! Это не тот гимн. Шоп, да, так нет. Так, самое время подолбить 34-ку. Простите меня. Шо? Опять? Высказывание мое. Скорее демагог. Блин, трансмиссия. Ну, понятно. Танк длинный. Уйди. 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 Фу. Фу, дрянь. Фу, брысь. Фу, кака. Сы, кака. Фу, кака. Ай. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Не могу стрелять! Не могу стрелять! Уйди! Не пойду я никуда. Нет. Все-таки нас сожрали на этом фланге. Не хватило союзников, и я тут. Кто я? Это неважная абсолютно штука, на мой взгляд. Чтобы я ему впиндюрил. Меня дядей назвала маленькой девочкой. Не мальчиком, а дядей. Ну, это так себе повод гордиться, но забавно, да. Я не заметил просто ту грань, когда меня перестали называть мальчиком и начали называть дядей. Дядя Петя, ты дурак? Ты все карты наизусть знаешь? Я бы не сказал, что я прям хорошо знаю карты. A few moments later. Ого! Вот это прикол! Ну вы посмотрите, какой хитрый чувак. Вон, вон, видите, через окно стреляет. Видишь? Да-да! Это прям по-гейски, по-гейски. Естественно! Чтобы я ему впиндюрил. Что тебе мешает играть сетапом и ливать? Да не хочу я, потому что, я не знаю, как объяснить-то вот как слепому, что такое радуга. Не хочу, не хочу, еще раз сказать, не хочу. Спокойствие. Ха-ха, иди нахуй. В смысле, я и так беру сетапы зачастую, просто я их не использую, и все. Какая вам в жопу разница, как я играю, сетапом или не сетапом? Я этого не понимаю просто. Только спокойствие. Итак, они взяли левее, да? Ну что ж, мы обойдем обходчиков. У меня была какая-то тактика. Why not? Это такие. Не шелести особо. Отличный дрифт, она меня спасла, чтобы убить. Я тебя, говорит, раздену, чтобы одеть. Какая дурь. Спасибо, Сдюк. Это просто 5 с плюсом. Ты сделал мой бой. Ой, бой. Великолепный. Ну и на этом, на этой мудрой мысли... Я закончу на сегодня, пойду видео для вас делать и вообще отдохну тоже маленько, может книжку почитаю. Всем удачи, народы! Увидимся в следующих видео, в следующих стримах и ждите видосы, они будут, куда же они денутся. Всем пока!